Велес, плоский водонагреватель. У нас есть принципиально два направления, Велес и Велес Плюс. И сделаны они с баками эмалированными, с покрытием Аргентум Плюс и с баками из нержавейки. Что в нем такого особенного? Ну, в первую очередь водонагреватель состоит из двух баков, соединенных последовательно одним за другим. Единый диаметр внутренних баков на все литражи 30, 50, 80, 100 литров. Баки механически независимы друг от друга и каждый из них имеет нагревательный элемент и термостат. Естественно, эта технология запатентована. В силу уникальности конструкции водонагревателя, этот водонагреватель может использоваться как вертикально, его также можно установить горизонтально. То есть, если здесь посмотреть, снизу подача холодной воды и сверху забор горячей воды, как в стандартном водонагревателе. Немножко по поводу принципа работы водонагревателей. Итак, стандартный режим. Включаем наш водонагреватель. Вначале включается нагревательный элемент в баке, который стоит ближе к выходу горячей воды. Это вот 1,5 кВт. Здесь на слайде он у нас обозначен красным цветом. Как только нагрелся этот бак, электроника переключает нагрев на второй бак, на тот, который стоит дальше от выхода или ближе к входу холодной воды. Соответственно, нагревается вот этот нагревательный элемент. Специально для России был разработан режим FAST. Это когда у нас включены оба нагревательных элемента. То есть одновременно есть возможность получить, то есть включить водонагреватель общей мощностью на 2,5 кВт, 1,5 кВт в одном баке и 1 кВт в другом. И общая мощность будет 2,5 кВт. Небольшие отличия в конструкции плоских баков, те, которые существуют сейчас на рынке. Так сказать, чем лучше наш водонагреватель в сравнении с конкурентами? Ну, первое, это универсальная установка, чего нет у других конкурентов. Малое количество сварных швов. Получение первой порции горячей воды, необходимой для душа, намного быстрее, чем в аналогичных плоских нагревателях. Ну и рабочее давление, естественно, у нас больше, чем в аналогичных плоских водонагревателях. А что касается сравнения времени приготовления первой порции горячей воды, необходимой для душа, то водонагреватели Велесы, если сравнивать с обычными водонагревателями, что называется, впереди планеты всей. А 150, 180 и 100 литров нагревается примерно за час, то есть это 58-59 минут, в то время как стандартный водонагреватель нагревает эту первую порцию для душа, соответственно, там 50 литров нагревает за 73 минуты, 80 литров за 118, 100 литров за 147. За счет чего это происходит? За счет чего получается такой быстрый нагрев? Дело в том, что в стандартном водонагревателе, когда включается нагревательный элемент, и для того, чтобы накопилась первая порция горячей воды в верхних слоях водонагревателя, необходимо прогреть все промежуточные слои. А в силу особенностей конструкции Велеса, объем водонагревателя Велеса разбит на две части. То есть получается, что 100-литровый водонагреватель по скорости нагрева первой порции приравнивается к 50-литровому стандартному водонагревателю, именно по скорости нагрева первой порции горячей воды. А что касается технических особенностей, сравнительных габаритных размеров, то Велес является одним из самых узких в плане глубины, то есть отстояния от стены на рынке
Российской Федерации. То есть, если мы сравниваем объемы 80 и 100 литров, то его глубина составляет всего 270 миллиметров. В то время как наши ближайшие конкуренты, ну это вот Термекс, у них глубина составляет 290 миллиметров. Ну, соответственно, у наших шаттлов это 330 миллиметров. Ну, как и говорилось, преимуществом, одним из самых главных преимуществ является универсальная установка. Для покупателей это выгодно тем, что если нужна горизонтальная установка, он не переплачивает дополнительно, так как правило, водонагреватели с горизонтальной установкой стоят немного дороже вертикальных. В то же самое время компании, которые занимаются продажей водонагревателей, тоже выигрывают, потому что им не нужно держать на складе горизонтальную продукцию, то есть это вот продукция универсальная. Теперь немножко по поводу описания контрольных панелей Велеса. Ну, у Велеса базового панель достаточно простая, то есть есть кнопки плюс-минус, соответственно, указаны этими кнопками можно регулировать температуру нагрева. Подсвечивающиеся лампочки с указанием температуры нагрева 40, 50, 60, 70 и 80 градусов. Кнопочка Fast, это если нам нужно включить дополнительный нагревательный элемент. Кнопочка Eco включает функцию Eco. Ну и, естественно, кнопка включения-выключения. Контрольная панель Велес Плюс, она немножко побогаче. Ну, в первую очередь, это цифровой дисплей. И здесь температура указывается уже не с шагом в 10 градусов, как в предыдущей модели, а с шагом в 1 градус. Здесь также есть кнопка включения-выключения, кнопка Mode, так называемый, то есть выбор режимов. Режимы какие бывают? Ручной режим. Это, ну, традиционный режим постоянного нагрева, как это сделано во всех водонагревателях. И программируемый режим. Можно выбрать две программы. Программа 1 и программа 2. Ну или работающие обе, программа 1 и программа 2. То есть, соответственно, можно запрограммировать как время, к которому нужно получить горячую воду, так и температуру, желаемую для вот этого времени. Ну, просто приведу пример. Вот у меня семья состоит из 3 человек. Я, супруга и дочка. Соответственно, просто как пример. Утром нам достаточно, ну, очень такие быстрые души. Поэтому, да, и просыпаемся мы, соответственно, там, начиная с 6:30. То есть я могу установить, программа 1 это 6:30 и, к примеру, 70 градусов. Это значит, что водонагреватель к 6:30 приготовит мне горячую воду, нагретую до 70 градусов. Этого объема, как правило, хватает для душа, для всей нашей семьи. С другой стороны, вечером, когда мы все возвращаемся, кто с работы, кто из школы, нам горячей воды нужно уже намного больше. И тогда, ну, если мы говорим про вечернее время, выставляем 7 или 6 часов, в зависимости от того, кто во сколько возвращается, и максимальную температуру это 80 градусов. Соответственно, к этому времени водонагреватель нагревает воду с температурой 80 градусов. И промежуточное время ночью или днем, пока нас нету, водонагреватель не нагревает. Естественно, есть функция Eco. Вот она. Кнопка включения Fast. Это включение дополнительного нагревательного элемента. И кнопка, она же ручка, Select, это для выбора установки температуры и программы. Таким образом, плоские водонагреватели в 2012 году
с торговой маркой Ariston будут выглядеть следующим образом. Здесь на рисунке видно, то есть это базовые модели с покрытием Argentum Plus и с баком из нержавеющей стали. Соответственно, это ABS Veles Power, это существующая модель. Новая модель ABS Veles Inox Power, это базовая с баком из нержавеющей стали. И топовые модели Veles Plus с баком Argentum Plus, это ABS Veles Plus Power, он приходит на смену Велес премиума, и ABS Велес плюс Inox Power, это водонагреватель с баком из нержавеющей стали. Итак, немного про сами водонагреватели. ABS Велес Power — это наш водонагреватель, который уже есть сейчас в нашей матрице. Надеюсь, вы все знаете про него, но в первую очередь это его сверхплоская форма, универсальная установка. Функция усовершенствованной системы безопасности с устройством защитного отключения. В эту усовершенствованную функцию входит система защиты от включения без воды плюс активная электрическая защита. Функция ЭКО. Дополнительная защита от бактерий, благодаря нашему покрытию Argentum Plus. Электронный термометр, который позволяет нам нагревать воду до 80 градусов. Это Extra Power, то есть это возможность включения второго нагревательного элемента. Ну и гарантия 5 лет на внутренний бак. ABS Veles Plus Power — это топовая модель Велеса с баком с покрытием Argentum Plus. Что здесь? Естественно, плоская форма, универсальная установка также остается. ABS 2.0 – усовершенствованная система безопасности, которая включает в себя как устройство защитного отключения, так и защиты от включения без воды, а также активную электрическую защиту. Функция ЭКО, программируемый цифровой дисплей, double power, то есть возможность включения второго нагревательного элемента, и гарантия на бак 5 лет. ABS Veles Inox Power — это так называемая базовая модель с баком из нержавеющей стали. Отличие от Велеса предыдущего, который с Аргентум Плюс, в том, что у него бак из нержавеющей стали и гарантия на него 7 лет. Ну, просто еще раз пробежимся. Плоская форма ABS 2.0, функция ускоренного нагрева, функция ЭКО, электронный термометр, все так же Nanomix. И гарантия на бак, как и говорилось, 7 лет. Топовая версия ABS Veles Inox Plus. Она аналогична ABS Veles Plus с эмалированным покрытием, с покрытием Argentum Plus, но с баком из нержавеющей стали. Соответственно, у нее, у этой модели, у модели ABS Veles Inox Plus Power гарантия 7 лет.